Самарскую область планирует поставить более 200 единиц общественного транспорта. По информации регионального Минтранса, это произойдет в ближайшие месяцы. Автобусы будут обеспечивать внутримуниципальные и межмуниципальные перевозки пассажиров по 91-му маршруту, пишет телеграм-канал Кировского района Самары. Телеграм-канал Красногринского района рассказывает, когда надо менять счетчики воды. Они помогают собственникам платить только за фактически использованный ресурс, а не по общедомовым нормативам. Замена индивидуального прибора учета воды необходима, если истек срок эксплуатации или прибор неисправен. Срок замены сломанного прибора учета составляет 30 дней с момента обнаружения поломки. Если жилец обнаружил поломку, ему нужно как можно скорее известить об этом управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию для выдачи предписания на замену. Если неработающий прибор вовремя не заменить, то придется платить по нормативу. Как правило, оплата при этом возрастает. 18 ноября в Самарском доме дружбы народов на Воронежской 9 состоится 26-й областной чувашский фольклорный фестиваль «Кэрсари». Это праздник осеннего урожая, уходящий корнями в давние времена, когда после завершения уборочных работ пекли хлеб из зерна нового урожая, варили напиток из свежего хмеля, созывая в гости близких и родных. Вход на фестивальную площадку свободный. Начало в 11 часов, сообщает телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской». Успешная социализация граждан пожилого возраста – одно из основных условий поддержания высокого качества их жизни, информирует телеграм-канал городского департамента опеки, попечительства и социальной поддержки. В Самаре для жителей пенсионного возраста проводятся занятия по общей физической подготовке – гимнастике, скандинавской ходьбе, настольному теннису. Представители серебряного возраста могут заниматься любимым делом, знакомиться друг с другом и чувствовать себя максимально комфортно в кругу единомышленников. Занятия по утренней гимнастике проходят в Самарском дворце ветеранов на Мориса Тореза 103А каждый понедельник и четверг в 8:30. Подробности по телефону 261 56 66.